Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня прохождение Half-Life 2, шестая серия. Начинаем. Предыдущая серия закончилась вот так, очень внезапно. Тут девка начала говорить вот это вот, и... Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался? Да. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну и что? Что делать-то будем? Сейчас лестницу мне сделаешь, и я полезу наверх? Отлично. Да. Я вперед хочу лезть. Посмотри-ка на это, Гордон. Ну да, нормально так. Куда смотреть, как отцепиться от этой ерунды? Да. Я застрял в лестнице опять. Их ненавижу. Эррор, говорит. А куда идти-то? Чё смотреть? Куда смотреть? О! Чё делаем-то? Ребят, ну на что смотреть-то? Ну, показывайте уже, в конце концов. Меня уже через такую хрень это переносили. Ой, чё. Алекс, а я-то думала, ты на посту. Вортигон-то отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна здесь работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил террористера Альянса. Ха, ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? О, давай. Пошли, Гордон, немного повеселимся. Пойдем. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Замолчи, женщина, видишь, мы идем куда-то. Мы сейчас разберемся и поймем, что игрушка, что не игрушка. Пойдем. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. О. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Да открывай уже. Я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает. Ты много чего не должна, я на самом деле, но... Ты много себе чего позволяешь, так? Это старая дорога в Ревенхольм. По ней давно никто не ходил. Здорово. И что? Ну пойдем уже, ну елки-палки. Раньше она вела прямо в Ревенхольм. Ну и веди меня в Ревенхольм. Городок, населенный беженцами из Сити 17. Поверь мне, этот туннель закрыт неспроста. Наверное, тут очень много врагов. Мои предположения. А ты что, мне просто показала, что ли? Я не пойму, ну ты что, дурочка, что ли, совсем? Бежали. То есть ты не хочешь бежать, да? Ты хочешь ходить. Ты издеваешься надо мной? Давай быстрее. Время, деньги, женщина, давай. Давай, давай, ходи быстрее. Трык-трык-трык. Да, еще тут трык-трык-трык. Я так же хочу. Трык-трык-трык и все. Пять я. О, нифига себе, у меня есть альтернативный огонь. Хорошо, что я на него не часто нажимаю, потому что... Если бы я на него нажал, уже бы... Вот мы и пришли. Вот она. Это вот свалка. Какая свалка? Дай мне вот эту пушку гравитационную, я буду играть. Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Она создана для работы с опасными материалами. Но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Отдай. Попробуй. Да отдай мне ее, елки-палки. О, прикольно. Первый рычаг выбрасывает нулевой разряд, уровень. И можно сильно толкать предмет. Оказалось, что это удобно для разминирования. Смена на гравипушку и обратно. Класс. Вторым рычагом можно брать вещи. А бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Да я понял. И брось ему. Круть. Нормально тебе, нет, женщина? Фу, все, ребят. А еще можно подтянуть далекий предмет.
Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. На верхнем выступе бочки? А где они? На каком выступе-то именно? А, вон. Ладно. Я быстро учуюсь, женщина. Ты не думай, я тут... Отдай мне этот спуск-то. Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Ты, конечно, такая же женщина, блин, помощница тоже. Попробуй сложить в кучу несколько вещей. Да уйди ты. Возьми предмет вторым рычагом и нажми еще раз, чтобы положить его. Ёб твою мать. Толкается просто, она вообще, она не думает головой, что она не одна тут. Не вижу ни хрена. Ну и чё? Beware of dog. Чё, осторожно, собака или что это? Да, такое? Я позову пса. Он любит команду апорт. Аборт, пёс, блин, апорт, отстань от меня. Хрена себе такой пес, конечно. Хороший песик. Какой вот хороший? Он, это пес. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот такусенькая. Я бы обосрался. Я его немного нарастила, да, песик? Бегом! Хорошо, пес. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится грави-пушка. Давай, пес, бросай! Давай, пес, бросай. Ты мне что ли сказал? Ну и чё? Молодец. Псина. Ой, надо. Бросай еще, пес. Ну и что делать надо? Отлично. Еще раз, пес. Потрясающе. Ну и чё? Принеси мячик. Псина, блин. Че себе мячик? Ты, блин, в такой мячик играешь? И хорошо у тебя получается? Че делаем-то? Че происходит вообще? Че? Бегом давай. Ну, что ты хочешь? Давай, бери мячик свой. Ну. Какая-то шутница, конечно, говорит. Я же не говорил, кто будет носить тут. Ну и чё? Чё, мы долго с ним будем играть-то вот так? Ладно, попробуем кое-что другое. Мне просто уже надоело. Пёс, давай что-нибудь побольше. Бросай, пес. Ящиком кинь в меня вот этим, вот тем железным. Нет, пес. Фу, песик. Брось, брось это. Пес, что такое? Боже, что это было? Сканеры! Комбайны защищают территорию! Надо вернуться в лабораторию, Гордон! Пойдем. Что замухрыженная вот эта вот часть игры, когда ты просто ходишь и ждешь, пока она там вот тебе что-то придумает. А его-то мы зачем берем? Он робот, нахрена он нужен? Папа, это Алекс, как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Все, мы двое не должны. Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раф. Папа? Папа? Черт,
Все. Открой шлюз. Вытащи. Все, бабы нет у нас, можно сказать, потому что давай его все. Разбей ее, если нужно, только открой. Хватит, пес. Может, не хватит. Давай, Гордон. Пошли. Конец, я за тобой бегу, а не ты за мной. Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пес, проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Он говорит, закрыт не просто так. Проводи его в Ревенхольмский туннель и все. И как хочешь, так и крутись там, блин, в этом Ревенхольмском туннеле. А, зашибись. Могла бы мне пса этого отдать, потому что он нахрен не уперся, а вот мне он нужен. Так как он робот, и он может с кем-нибудь подраться вместо меня. Хорошо, у нее нет энергии никакой, она просто... А, чё такое-то? А что такое-то? А, ёп! Почему он не поднимает эту? Тяжелый, что ли? Чё не так? Труп течит. А, ну убивает все-таки, да? Или не убивает? Ладно, посмотрим сейчас по ходу игры, убивает оно что-то или нет. Мы не ходим в Ревенхольм. Да я вижу, мы не ходим, прям вообще обосраться как не ходим. Мне только скажите, кто мы. Потому что я, как вижу, я хожу. Что за звук? Хорош. Выёживаться. Животное лохматое. Мохнатое. Опа, вниз надо идти просто. А возможно и сюда. Нет, не сюда. Здесь просто-напросто какой-то секретик есть. Был бы, возможно. Но его тут нет. Я понял, не нужно нам идти туда было. Здесь, блин, так много всяких мест, куда можно зайти. Типа, она как бы линейная, но она нифига не линейная. Типа, нет, она по сути линейная. Но... О, блин, кончилась батарейка. А, мне нужно просто взять, переключиться. И вот так вот сделать, я понял. Все оказалось гораздо проще. Привет. Ты чё здесь сидишь? Один такой, грустный. Блин, тут классные штуки. А их можно, интересно... Их можно. Иди сюда. Эй. Псина. Круть. Ну-ка. Крутата. Где он? О. Да, ровенько. Фонарик зарядился. Можем спокойно идти вперед. Где? Мы зарядим немножечко фонарик. Зарядим. Ну,
стали подобны тем демонам, которые существуют во плоти, но в которых нет света. Чего? Что за ерунду ты говоришь вообще? Здесь, в принципе, можно просто, наверное, подождать. А, здесь можно просто сесть вот так вот и проползти. По краешку, по крайней мере, точно. Все. Я буду драться дисками этими. Тихо ты. Хорошо мне драться-то. Да ладно, все, хорош. Не буду над тобой издеваться. Тебе и так досталось уже, я считаю, по заслугам. Самое главное, чтобы сзади никто не подходил и... О, блин. Ну, так примерно, да, что. Система жизнеобеспечения включена. Да, зашибись. Морфий введен. А чё, нет? Никак? О, а может просто пробить её, нет? Нет, не пробивается. Я просто очень много времени трачу на вот эту вот всякую ерунду. Просто я как бы вообще не понимаю, почему они не умирают. Тихо. Что случилось? А кто это? Еще одна метущаяся душа? Что-то я... Я ничего не могу обещать. Я ничего не могу сказать. Просто достаточно. Просто я молодец. Я все-таки использовал это альтернативное оружие. Тихо ты. Да хорош мне кусать. Что-то прям как-то... Печально, что ли, как все выглядит. Ну, то есть, прям, не знаю. Как-то вроде все хорошо так начиналось, и сейчас что-то все как-то так скучно. О! Так. Я вот кинул в него, а он... Не умирает. Это что, он свой, что ли? А кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Больше ничего не помнишь. Присмотрит. Я и сам за собой присмотрю, блин. Такой ты себе помощничек, конечно. О, здорово. Ну, хорош, что умирай уже. Как бы, знаешь, присмотреть, а вот в огонь попал, ты не досмотрел. Что там все время шебуршит со всех сторон?
Я так бездарно трачу ресурсы. Да почему он катится туда? Бесит. Здорово, ты чё болтаешься? Завис. Завис, и я вот сейчас чуть не завис. А я сейчас что сделал-то? Как отключить электричество? Это вот так, да, отключается? Это что я пустил-то хоть? Как выключить электричество? Точно не так. Трупиками тоже кидаться нельзя. Буду знать хоть. А все-таки как дальше-то? Нормально я придумал. Это, конечно, очень здорово, но... Мне же нужно, блин, как-то пройти дальше. Убивать, это одно. Да хорош тут, блин, мотаться под ногами. Мне сейчас интересно, как мне пройти вперед. Газ отключили. Просто так это сделать не получается. Перерезать провода можно было бы, но... Но что-то здесь идет не так. Полыхать перестало, ну ладно. Так, давайте мы... Здесь были диски. Ой, блин, самый глупый, как бы, вариант, но он, как бы, самый единственный для меня, я считаю, потому что, блин. Да, зашибись, конечно, я сделал, вообще классно просто. Вот. Чё к чему и почему-то. Мы выходим. Ой. Куда нам нужно бежать-то? Наверное, здесь тоже горит из-за того, что газ включен, нет? Скорее всего, да. Да, смотри-ка, здесь тоже можно так зайти и, в принципе, ничего такого сверхъестественного нет. Почему они так кричат? Они же мертвые, им уже все равно уже. У них вместо мозга краб. Вот этот, который, может быть, на мне, кстати. Привет. Половинку от тебя отпилю и хватит мне половинки этой. Так, что здесь можно взять? Здесь нельзя ничего взять, да? Здесь ничего нету. Нам может попасть только наверх, а для чего? Вот этот другой вопрос, кстати. Ну, можно попасть. На самом деле, давай попробуем попасть наверх. Блин, слушай, прикольно. Только там... Я максимально отошел, чтобы как бы... Разнесло все к хренам собачьим. Чтоб тебе не повадно было на меня скакать, дурак ты. О, блин. А тут еще есть проход, слушай, прикинь. А я через жопу наверх прошел сразу. Ну ладно.
Блин. Блин. Ты смотри какой. А, закрыто, горит. Ну. Ты чего придумываешь-то? Лишние себе проблемы. Шкафом ушатал и все. Ой, какие страшные, смотри. А чё с вами? Вы чё, жареные, что ли? О, он живой был. В тот момент, пока я в него стрельнул. Опа, здесь можно выключить электричество. И пройти... обратно. Ты смотри-ка. Какой малыш. Так, а здесь нет лестницы, что ли? Ай! Какой малыш, блин. Я сам в себя кинул, да и... Ой! Ты чё прыгаешь-то на меня? Ты что, дурной? По-моему, да. Я экономлю патроны, типа... Как бы экономит-то мизерная, но на самом деле она есть, и... Типа я мог бы обойму... Ой, у меня патронов-то нету ни хрена, ты смотри. А потому что я ни с кем не воюю в последнее время, у меня же даже штурмовиков-то не было. Так. Я слышу противников. А если я слышу противников, значит они там есть. А если они там есть, то это нехорошо. Я не хочу с противниками. Буду. Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Ты такой, конечно, молодец. Сзади! Хрен в засаде. Чё? В Ревенхолме нужно быть бдительным. Я вот бдительный настолько, что упал, блин. Вот настолько бдительный. И чё, и куда дальше-то? Чё, всё, что ли? То есть мне-то бдительным нужно быть, а дальше что делать мне? Куда мне проходить-то? Вот сюда, что ли? Ты серьёзно? Я весь этот путь проделал для того, чтобы пробраться вот сюда? На русском кричит, что ли? Больно, говорит? Ничего себе, слушай, на русском разговаривает. Да хорош. Крабики, вы чего? Вы чего все передрались-то за меня? Я же ведь, ну, типа, не дамся. Нужно же это понимать. Я все-таки без боя не иду. Никак вообще. О, блин. Давайте еще разочек. Прикольно, кстати, здесь есть ловушки. Он говорит, используй мои ловушки. Я говорю, да, хорошо, буду использовать твои ловушки. А он такой, ага, хорошо, используй. Так, здесь уже все поднято, я понял. Проходите, не стесняйтесь. Все, молодец. Ничего себе, я поехал наверх. А, это специально, что ли, сделано, чтобы так я наверх... лучше, Григорий. Григорий? Ты уже встречал мою паству. Какой Григорий? Ты чего такое говоришь? Ты не Григорий, ты... Я тебя не встречал, вообще-то я... Вообще тебя первый раз вижу. С чего ты вдруг мне помогаешь, я не понимаю. Обнаружены легкие ранения. Да, обнаружен, конечно. Дорогой брат, прошу прощения. Но ничего страшного. Мои пули, это цветочки для тебя. Ты вообще такой добрый, дружище. О, блин. Стреляй в него еще раз, я не хочу пульки тратить. Ничего себе ты дерешься, конечно.
Стреляй, стреляй по мне, чё ж ты стесняешься? Блин, они не умирают. Зря револьвер только потратил, конечно. Револьвер-то тратить не надо было. И еще разок потратил револьвер. О, смотри, сколько побежало этих жареных кальмаров. Ничего себе. Тут вот я шел по краешку, а дальше мне куда идти, да? Дальше мне куда идти? Дальше мне не нужно так это... Давай вот туда вот перепрыгнем хоть. Хотя мне, в принципе, больше некуда идти. Вон на ту лестницу, скорее всего. Нет, здесь должен был быть адекватный спуск, а я его профукал. Значит, я могу позволить себе тупить немножечко иногда хоть. Иногда это в скобочках всегда, потому что я постоянно туплю, постоянно какую-нибудь ерунду делаю. Так, здорово. Ты чё там ползаешь-то? На коленках не ползай, протрёшь. Блять, я же говорю, туплю постоянно. Обнаружены легкие повреждения. Я просто хотел залезть в дверь, а он не пролез туда. Так, пациенты. Вы что тут все лежите-то? Хэт корабль, он что тут опыты ставит-то? Такой ты, конечно, вообще. Да, вот эту я хочу взять. Не берет. Ладно. Такой ты, конечно, дружочек, пирожочек-то. Ты чё замахиваешься на меня, я не пойму. Ты чё, блин, самый смелый, что ли, я не пойму. Фонарик кончился. Это очень грустно, давай сейчас вот зарядим этот фонарик, и все. И со спокойной совестью, со спокойной душой... Ой-ой-ой. Что здесь лежишь? Угу. Что происходит? Здорово! Ты чего? Эй, ты кто? Я к таким не готов был. Я тебе скажу больше, я и сейчас таким не готов. Надеюсь, что таких больше не будет, потому что они очень страшные. Они бегут на тебя со всей скоростью и говорят тебе, чтобы ты умер. Вот и все. О, привет. Перезарядка. Блин, ничего себе ты. Резкий молодой человек. Блин. Да что ж тебя, а? Фонарик надо выключить, перезарядить. Не-не-не-не-не-не-не! Обнаружены легкие. На тебе столом. Я патроны тратить просто не очень хочу. Поэтому я здесь стреляю этим... Чего? Григорий стреляет, нифига себе.
Да... Хорош. Вон этот гуль побежал. Сюда, брат! Какой мы... Мы с тобой ближе. Братья никак. Ты расшевелил ад! Это мне по вкусу! Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Давай! Лови! Хорошо, держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Чудный такой. Целься в голову. Они идут. В Ревенхолме нет покоя. Иди, встретимся в церкви. Куда идти хоть? Ой! Рассыпаются, хотел сказать. Проклято, дитя. Какой дитя? Ты чё, блин, несёшь вообще? Куда идти-то мне? Как мне куда идти вообще? Я не понимаю. Дальше-то что? Дальше-то куда? В церкви, говорит, встретимся. А могу в воду прыгнуть? Скорее всего, туда мне не нужно. Да? Да, ну да, да, да. Сюда мне, скорее всего, надо. Нет, 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 ты сейчас упадёт. Хорош, не надо в меня стрелять. Не нужно меня бить. Я вообще никому ничего плохого не желаю. У меня еще затылок чешется, это очень плохо. Упал. Так, по ним. Я все-таки не этот, не гуль, не как он называется. Не хедкраб, который может ползать по вот этому всему. Тут люди вон на столбах висят. А, куда ползти-то? Куда дальше-то? Куда? А, вот дверь, блин. Сказал бы я. Сказал бы я, что сказал бы я? Потерялся, блин, в трех соснах. Тут вообще так все запутано, все заморочено. Вообще на это все, как бы на это надо закончить уже по-хорошему-то, потому что я уже много чего, ну как я много уже заснял. Дверку мы закроем. Тихо, 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 тихо. Долго этот лифт будет ехать или как? Вообще, ну, то есть я его жду уже хрен знает сколько. Если бы такие лифты, блин, ездили у нас, то было бы не очень хорошо, наверное, да? У нас бы люди вообще никуда бы не успевали бы. Не кричи, пожалуйста, ты чего кричишь-то? Ты чего раскричался весь? Мне куда надо будет, налево или направо? Ты кто? Целый рассадник. Ладно, мы пока ничего не будем делать, мы пока просто пойдем. Че, он умер, что ли, сразу так? Нифига себе, я какой опасный человек. Че это такое? Ничего, ничего полезного. Так, ну побежали, че? Че это? Батя нарисован. Нифига себе, ты, конечно, даешь, батек. Могу я ползать по этим? Нет, не могу. А что мне делать? Что мне делать? Куда мне идти? Что мне дальше-то делать нужно? Ладно, мы... А! Стой, я просто... Нет, сюда тоже нельзя ползти. А куда можно-то? Что мне делать нужно? Что, как? Где подсказочка хоть одна? А, блин, вот подсказочка. Машина стоит еще одна с такой же этой... с такой же переправой, как и... С какой мы только что сошли. Чёрт. Патрон дробовика. Ну, чего ты?
еще там можно здесь? Кричит кто-то. Я хочу сказать, что здесь подозрительно тихо. Сегодня. Так, куда мне идти-то? Сюда не идется. Отбиваться потихоньку или что? А, вот дверь. Подсвечено, вроде что сюда нужно как бы идти. Но вроде как бы и сюда нельзя никуда идти, потому что, ну, здесь больше нет. Так, ну там лесенка. Лесенку вижу. Если лесенка там есть, значит нужно попасть сюда. Нет, не сюда. Здорово. Здорово. Что делать-то мне здесь нужно? Мне лесенка нужна. Вон на ту лесенку нужно попасть мне. Правильно? Или нет? Или я что-то не понимаю? То есть, вот какая-то... Хреновина. А, вот дверь. Дверь, вижу дверь. Не работает дверь. Это понятно все. Ты чё здесь ходишь? Чё это вы? Еще и хэдкраб остался, ну. Гениально, да? Классно просто, сил нет. Ну и что делать будем, ребят? А! Далеко выкинул. Блин, очень далеко выкинул. Прикольно. Так, что мы делаем? Я просто заблудился, я уже не понимаю, что мне нужно. Здравствуйте. До свидания. Не видно тебя было. Ты хорош. Ну, стреляй. Все. Так, ну почему сюда нельзя? Вот интересно больше всего. Мне же нужно куда-то сюда. Куда нужно именно, я хрен не знаю. Вот я что-то подобрал. Энергия в фонарике кончилась. Так, сюда мне некуда идти. Сюда мне тоже, в принципе, некуда идти. Но как бы мне нужно-то куда-то... Вот, освещает фонарем вот это место. Вот это место.
Знаешь, правило всех игр, где освещается фонарем, туда и нужно идти. Но здесь оно, по-моему, не работает. Внимание! Крови обнаружено ОВИ. Пациент при смерти. Пациент при требуется смерти. Требуется медпомощь. Блин, я только что чуть не сдох. Это прикол, конечно. Где граната-то? Они ядовитые собаки. Да где? Что? Ёб твою мать. Тихо. Вот это ты, конечно, собака такая. Так, один окочурился. Второй окочурился. Ну, третий. Все? Все. Так, ну и что мне с вами делать, ребят? Что мне нужно с вами сделать? Так, он соскочил. Он не просто соскочил, он меня сейчас будет бить. Так, ладно. Тихонько, идем вот сюда. Здорово, не уполз. Так, а как мне туда надо попасть? Как я туда попаду? А, вот так я попаду сюда. Нет? А, ну в принципе так же, только я не так планировал сделать. Ой. Я что-то вообще... Что-то какой-то хоррор, а не шутер. Шутер, блин. Слово-то какое. Ничего себе ты там закидываешь. В кого-нибудь я надеюсь... Ой! В кого-то я попал, надеюсь. Я пытаюсь убить их всех просто. А, мне нужно сейчас куда попасть? Мне сейчас никуда нельзя попасть, потому что я... Нужно, я тоже не знаю, куда попасть. Дверь не открывается, ничего не открывается. Где-то здесь была лесенка, скорее всего. А где, я ее не вижу. А, типа, что нужно-то? Какая цель у меня? В какую хоть сторону двигаться-то? Мне в церковь нужно, это сказал товарищ. Товарищ сказал, нужно в церковь. А в церковь встретимся, то есть... Ты охреневший, что ли, совсем? Я не пойму. Вот. А... Так, мне нужно вон туда. Но я отсюда не допрыгну, до туда вон. Но это даже, вот, даже если очень сильно постараться, то я до туда не допрыгну. Я же говорил, сломал себе... Так что, дальше-то что делать будем? Что делать-то будем? Что делать-то будем? Ну? Пополз. Дополз до верха, да? Залез. Залез сюда. Дверь не открывается. Все. Тупик. Тупик. А куда дальше можно передвинуться? Эта ерунда, которая висит в воздухе, она, скорее всего, перемещается по... Ну да. Скорее всего, она перемещается. А как она перемещается? Она приводит... Ну, привод вот этим валом приводится в движение. Если она приводится в движение этим валом, то...
Нам нужно найти способ привести в движение этот вал. Всего делов. Этот вал приводится в движение. Привет, алкаш. С помощью чего он приводится в движение? А может просто тоже толкнуть, как и все остальные? Нет? Стой, я сейчас вот... Может, что не понимаю просто? То есть... Да, что ж такое-то? Куда нужно стрельнуть, чтобы попасть туда? Просто я не понимаю. Я просто реально не понимаю, что здесь нужно сделать. То я попробую так попрыгать. Просто попрыгать. Прыгнуть туда. Откуда мы там прыгали-то? Вон оттуда, да? Потому что у меня больше никаких вообще, ну, типа размышлений не появляется. То есть эти дураки появляются бесконечно, пока я не уйду отсюда. А так как я отсюда не могу уйти. Потому что... Звучит разумно. Очень. Прям даже хер поспоришь. Правда, можно перепрыгнуть. Ты дурила, что ли? Просто побежали. Я не держу у тебя зла! Да! Вообще зашибись-ка. Ребята! Не хочу я слезть, ты ёп... С лестницами здесь, конечно, лютые просто проблемы, потому что... Какой боезапас исчерпан? Ты чё, дура, что ли? Какая маленькая комната для драки! Ну, дерут меня знатно, конечно, да. Драка удалась, так сказать. Да... Сюда, не сюда, сюда. Больше некуда. Допрыгался, блин. Молодчик. Да ты дурак, что ли? Лёхи, это такие, при которых я при смерти, что ли, уже, или чё? Не сюда. Куда нужно бежать-то? Надеюсь, что я не убежал куда-то, откуда мне хрен выбраться, да? Не, блин, вынос. У меня 5 патронов осталось для дробовика. Это так мало, правда, мало. Эта серия уже идет так долго. У меня уже голова болит от этой игры. О, неужели? А, блин, это для револьвера.
Ну, нам намекают, что нужно взять револьвер, мать его за ногу, и стрелять с него, потому что... А, ну да, с револьвера стрелять. А, вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку! Подожди немного! Ты нахуй люльку, блин! Терпение, брат мой! Меня сейчас убьют, пока ты люльку поднимать будешь. Давай! Я прям слышу, как он люльку поднимает. Прям люлька, наверное, едет. Дайте мне дробовичок, я буду с дробовиком сидеть стрелять. Люлька, где? Дурила. Подняться не может из-за того, что он может подняться. Все. Я чувствую, я даже понял. Идет такой спокойный, ему вообще фиолетово, что это меня тут убивают. Ему вообще все равно. Я потерплю, нет, что. Я их на подходе прям убиваю, потому что... Давай, брат, залезай в люльку! Можно? Ручник, брат! Сними его и спускайся! Снял ручник, отлично, все. Прыгни сейчас на меня. Нет, не на меня, просто прыгнул. Приветствую тебя! Здорово! Наконец-то мы встретились. Дайте заскриню. Хвала тебе за то, что смог избежать войны. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени. О! Нет его ни на что, кроме спасения. Это ты благородный. Оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. Давайте мы на этом закончим. А меня? Пастух. Всем спасибо за просмотр. Стадом. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых сериях, ребят. Следуй за всем мной, брат. Пока. В следующей серии мы продолжим играть. Ибо а на этом священная все. Земля. Всем пока.